Всем привет! 10 декабря, вторник. Идет модный приговор, моя любимая передача. Готовлю завтрак. Сварила манную кашу. Там масло и сыра кусочки лежат по краям. Это сыну тарелочка. А это нам. Короче, сейчас будем есть манную кашку. Не знаю, любите ли вы манную кашку. Я люблю. С утреца хорошо так кашки поесть манной. Ну, там масло кусочек и сыр лежит вот тут с краешку. Правда, он уже в каше, но ничего страшного. Можно было отдельно положить в тарелочку, конечно. Наверное, так было бы правильнее. Так, время 10:30. У нас только завтрак. На улице жуткая погода. +5. Представляете, ребята, 10 декабря, на улице ни одной снежинки и на градуснике +5. Это 10 декабря. Там было немножко снежок, лежал кое-где, но вот прошел дождь и все смыло. Представляете, какая ерунда в природе происходит? Вот что это такое вообще? 3 недели до Нового года, на улице +5. Вот как Новый год встречать? В общем, ладно, всем пока, пошла я есть кашку. Всем привет, 10 декабря, вторник. Идет модный приговор, моя любимая передача. Готовлю завтрак. Сварила манную кашу. Там масло и сыра кусочки лежат по краям. Это сыну тарелочка. А это нам. Короче, сейчас будем есть манную кашку. Не знаю, любите ли вы манную кашку. Я люблю. С утреца хорошо так кашки поесть манной. Ну, там масло кусочек и сыр лежит вот тут с краешку. Правда, он уже в каше, но ничего страшного. Можно было отдельно положить в тарелочку, конечно. Наверное, так было бы правильнее. Так, время 10:30. У нас только завтрак. На улице жуткая погода. +5. Представляете? Время 11:30. Варю кофе. На улице +5. Идет, слава богу, дождя нет, но погода хреновенькая. Собираюсь пить уже второй раз сегодня. Так, время 11:40. Сегодня у меня последний выходной, завтра на работу. В общем, сейчас попью кофейку, пойду поглажу 2 блузки на работу. Потом мне надо постельное белье поменять. Я вчера в квартире убралась, а постельное белье так и не поменяла. Так, слава богу,
Сейчас уже закипает почти что. Кофе с корицей варю. Вот на 2 стакана. 3 ложки кофе полных молотого. 4 ложки сахара и корицы. Щепотку. Ну там четверть чайной ложки. Такой цвет красивый получается. В общем-то, кофе практически готов. Сейчас будем выключать. Сейчас поднимется еще немножко. Главное, чтобы не убежал. А, уже убирать надо. Так, ай. Так, все. Немножко осядет и будем наливать. Завтра мне на работу. Надо приготовить баночку с едой, что я завтра с собой возьму. Даже 2 баночки, обед и чай еще попить. Обед 12, чай в 3. Я завтра до 6 работаю. Ну, в общем-то, все. Так, можно наливать, наверное. Я люблю кофе с молоком. Так. Все. Так вот. Ключка. Так. Время 12:30. Это мои баночки на завтра на работу. Вот это обед. Макароны с капустой, рыба и салат. Это мой обед на завтра на работу. А это бутерброды на вечер, на чай. Вот такую вот я еду с собой беру. Всем добрый вечер. Время 4 часа. На улице темно. У нас только обед. Вот приготовила обед. Картошечка жареная с рыбой, с хеком и салатик. Помидоры, огурцы и какой-то салат типа капусты китайской. Так, вот у меня тут картошечка жареная. Это свеклу просто вымыла. Ну, просто вымыла, она высохнет. Я ее уберу в холодильник, иначе она быстро испортится. Так, там что у нас идет? Цвет красивый, зелененький такой, изумрудный. Вот такой кофе я беру, Паулинг. Так, вот. Так что сейчас идем кушать. Как вам салатик?
Так, погода сегодня какая-то хреновенькая. На улице +5 почти. Тепло, снега нет. Вот такая сырая, мерзопакостная погодка. Так, все, пошла я обедать. Всем пока.